Торжественная линейка в 26-й Самарской школе начинается с поднятия государственного флага. И встреча ребят с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. А вы знаете, что вы идете в новую школу? Первоклашек на пороге нового жизненного пути. Учиться они будут в недавно отстроенном и открытом сегодня втором корпусе 26-й Самарской школы. Золотой ключик, который должен принести счастье и отличные оценки, ребятам вручил глава региона. Первоклассник Михаил Баландин сегодня впервые переступил порог теперь уже родной школы. Миша хорошо считает и даже определился с будущей профессией, о которой, впрочем, мечтают практически все жители страны. А в будущем задумываешься уже, кем хочешь стать? Кем? Миллионером. Стать успешным в такой школе будет проще, отмечают родители. Некоторые из них переехали на пятую просеку из других районов только ради того, чтобы дети учились именно здесь. В новом учебном заведении 32 кабинета, оснащенных современной техникой. В каждом классе установлены интерактивные доски и проекторы. Проведен высокоскоростной интернет. Кабинеты физики, химии и биологии оборудованы лабораторными комплексами. Отдельного внимания заслуживают классы технологии. Здесь и мастерские по обработке тканей, и помещения для занятий кулинарией. Созданы все условия для комфортного обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья. Пандусы, лифты для перемещения на верхние этажи, кнопки вызова помощи, расположенные на удобной высоте. Шикарное, все новое, чистое. Просто огромное спасибо всем, кто принимал участие в строительстве. Второй корпус 26-й Самарской школы рассчитан на 850 мест, 75 из них займут дошкольники. Современная инфраструктура учебного заведения включает 4 библиотеки, спортивные и тренажерные залы, актовый зал на 330 посадочных мест, а также столовую и уличные площадки. Ну а в первом корпусе школы начала работать лаборатория ПАО ОДК «Кузнецов». Ребятам передали макет двигателя РД-107. По инициативе родителей и педагогического состава учебному заведению было присвоено имя героя социалистического труда Дмитрия Козлова. Не остается сомнений, что открытие школы на пятой просеке – удачный образовательный проект довольно крупного масштаба. И, конечно, мы сегодня должны с благодарностью вспомнить о том, что новые школы в Самарской области появляются благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Именно нашим лидерам был инициирован национальный проект образования. И небывалыми темпами в последние годы мы строим новые школы, детские сады, ну, конечно же, еще и больницы, мосты. Спортивные объекты. И хочу вам сказать, что в ближайшие годы еще 9 новых школ появятся на территории Самарской области. Я желаю всем нашим ученикам, всем ребятам, которые переступят впервые порог школы, чтобы дни, месяцы, годы, проведенные в ее стенах, остались самыми счастливыми, самыми важными, самыми запоминающимися. Школа 26 впервые открыла свои двери для учеников 1 сентября 2021 года. Спустя некоторое время был одобрен проект по возведению второго корпуса общеобразовательного учреждения. За строительство учебного заведения выступали жители пятой просеки, которых услышали и воплотили заветную мечту в жизнь. Первые звонки сегодня прозвучали в двух корпусах, дав старт началу нового учебного года. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.